Здравствуйте, мои дорогие зрители! Рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня речь пойдет о клубнике. Клубника это не ремонтантная, это плодоносящая один раз сорт «Орлец». В прошлом году, в августе, я купила какое-то количество кустов. Не знаю, сколько их было, может быть, кустов 10-15. Вот эта вот территория засажена «Орлецом». Вот сюда. Тут было в два ряда посажено. Но не все кусты принялись. И поэтому продавец, а это бывшая родительница моя, мама учеников. Их было несколько за время моей работы. Она принесла еще, говорит, ну подсадите. И я хочу показать, что же получилось. У нас сейчас идет дождь, но, слава богу, гроза закончилась. Тут и сверкало, и гремело. С этого участочка урожай еще не собирался. И перед этим я показывала клубнику ремонтантную. Вот дальше как раз ремонтантная сидит. Но здесь грядка у нас более, может быть, она не в тени, но как-то более северная, что ли. И тут еще спелой ягоды не столько много. Но тут и кусты были посажены помоложе. А эти, вот посаженные в августе месяце, хорошо принялись, укоренились, разрослись. И вот что можно сейчас продемонстрировать. Боюсь, что внучка придет, тогда показывать будет абсолютно нечего. Ну вот, вот такие ягоды какие-то вот уже спеют. В руках держу коробок и хочу, коробок спичечный, и хочу сейчас продемонстрировать, какая ягода. Так, как положить-то тут? Так, вот ягода на фоне спичечного коробка. Какая-то просто удлиненная. Тут такое впечатление, что две ягоды вместе срослись, и вот похоже она на такой петушиный гребешок. Но больше 50 граммов эта ягодка точно весит. Такие красивые удлиненные ягоды. Вот что интересно, второй рядок, а там ягодки зеленые только-только начинают даже не краснеть, а розоветь. Там вот видно, вот такая крупненькая ягода. А вот это вот великаны. Посмотрите. Больше спичечного коробка. Вот она какая. Вот сегодня такие красивые ягоды будут для угощения. Вот. Красота. Ну, дождик, конечно, немножко мешает. Так, вот, смотрите. Вот он. Размер ягодины. Ну, это поменьше, но очень такой красивой формы. Так. Вот очень красивая ягода. И такие красивые, удлиненные, насастые. Уход самый обычный за ягодой. Тоже вот со спичечный коробок. Ой, только потолще. Но это еще не сильно спелое. Так что вот такой замечательный сорт «Орлец». Очень понравилось. Так что спасибо тому человеку, у кого покупалось это. Какая красота. Вот. Спичечный коробок. Ну, в общем, вот какую-то ягоду примерно такого размера мы взвешивали. Она была 37 грамм, но отдельные здесь есть значительно-значительно крупнее. Так что грамм по 50 точно будет. Хочется сказать следующее. Если вы приобретаете рассаду участников, то, конечно, нужно знать, у кого вы что покупаете и насколько вы доверяете этому человеку. Вот в данном случае я очень-очень довольна
покупкой такими мощными кустами, таким количеством ягоды, которая плодоносит первый год. Ну, конечно, на следующий год вполне возможно, что урожай будет менее такой увесистый, но постараемся сделать все, чтобы клубника эта сохранилась. Тут будут усы, так что отделим еще усов и посадим еще где-то на свежую грядочку, тем более, что часть клубники нам надо будет обновлять. Ну вот, сорт Орлец. Рекомендую. Красиво, вкусно. Сейчас уберу коробок в карман и сорву вот те спелые ягоды, чтобы уже на ладони показать. Жалко, только Надюшки сегодня нет. Вот. Вот такие увесистые, красивые ягоды. Я про вот меньшую не говорю, а это вот пол ладони. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.